Ты успел? Я сейчас разбил все нахуй. Ты снял? Да. Опа! Давай, что у нас сегодня будет? Сегодня мы пародируем стили людей. Но мне нужно видео. Находи видео. Да, Андрей Нафеев нужно. Хил, как Андрей Нафеев сделать. А я можно найти хил Андрея Нафеева? Да нет, надо в трюки, трюки. Вот, давай, открывай просто. Сейчас, штаны его у меня есть. Вот этот танц надо. Сейчас, нога. Короче, но у меня штаны, мне кажется, это самая лучшая пародия была. Так, смотрите. Задняя нога должна стоять вот так на носке, а передняя вот так. Ага. Какой трюк? Да, вип, хил, бар. Хил. Так, чё? Ты пародируешь Стексида. Стексида? Да. Сейчас, подожди, надо песню включить. Какую он любит песню? Я знаю, как секс. Давай. Бля, чувак, он реально похож именно. Следующий Артём Щербаков. Давай ты. Артём Щербаков? Бля, надо какую-то одежду его взять. Давай. Чувак, я знаю, блядь, стой. Вот эту, чувак, вот эту. Вот эту кожанку. Кепки его нет? Не-не. Нет. Бля. Может, как он так носит? Да-да. Ноль ли трёху какую-нибудь, знаешь? На ноузмену ли, чувак? Это оно. Ну, хорошая вроде пародия. Так, следующая пародия у нас на Владу Шишу. Сейчас. Тебе надо еще волосы раскудрявить как-то. Вот так вот лошиша? Да. Очень похоже, что... Ано. А какой еще сигнатрюк? Ноли, ноли. Нормально. Че, кто следующий? Давай ты Максима. Бля. Thank you.
трудноват. Ну так. Чё, одет он? Моё нет. Ну, блядь. Да, чувак, это оно! Он же так вип делает. Ну, я выгляжу, что я так не делаю. Максим вообще ноги не сгибает. О, да. А, типа, я не умею фингер. Бля, я меня потянул очко, чувак. Максим, бро, его трудно пародировать. Во, тут можно. Бля, ну я, возможно, могу пародировать его в VIP. Мы тебя пародировали сейчас. Покажешь оригинал? Оригинал? Да. Да, могу оригинал будет. Вот это ты. Ну не, это Глеб Казак. Ну, да, ну покажи давай оригинал. Хаги-баги мне там. Вот, чувак! Он сделал на ковре. Вот это оригинал, а вы... Давай, Никита. Бэкфлип. Кто дальше? У нас физуха не вывозим. Кто еще? Лёха может. Вот Лёха я могу спародировать. Привет, меня зовут Оливайская. Иногда девушку поцеловать очень страшно. Вот такие четыре сюжета могут произойти с тобой, если ты пытаешься поцеловать девушку. Девушка делает один шаг назад. Ну и напоследок Диману спроби. Диману респект. Эйр, Джаз, Форд, коллаборация. Ты смотришь, у тебя нет. Да заебал, ну дай, блядь. Мы, блядь, снимаем видеоблог, нахуй. Блядь, 5 минут, нахуй, дай мне, я покушу. Кого спародируют ты лучше? Димана. Уже было. Снежу. Спародируют. Снежу спародировали? Да. Бля, она будет недовольна. Кого? Ну, мама. Давай. Так это ты. Чувак, не, он после трюка приседает и замирает, типа, в этом положении. Он думает, что он приседает, но на самом деле он делает так. Блядь. У него колени не сгибаются. Это я в детстве. Пойдем интервью ушишь. Кратко. Какие трюки ты знаешь на кендаме? Я могу показать. Смотри, как он сел, блядь. Смотри, это линия. Блядь. Кендал? Блять! Сумка красава? Да не красава сумка. Не-не, там внутри сумка красава. А что еще? Конверсы 70-е, низкие. Зачем? Чтоб тренироваться к чемпионату. Что ты собираешься делать? 50. Кто твой главный конкурент? Вот кого ты видишь? Конкурент. На предстоящем чемпионате кого ты видишь из конкурентов? Не знаю, все слабые. Да ладно, на самом деле пофиг, я думаю, вообще не ехать. Просто покататься хочется.
не люблю скейтпакерские стрит-джемы. Стрит-джем, он от слова стрит, то есть улица. Спасибо за объяснение. И чемпионат по стриту как может происходить в парке? Ладно, последний. На улице нельзя. Тогда не должен быть чемпионат по стриту. Деньги. Жесткий вопрос теперь последний. У меня? Ты давай. Когда ебался последний раз? В том году. Есть видео про вестник. Бля, у меня есть очень... У меня есть очень старое видео, где ты забираешься, короче, на какую-то тачку и падаешь с нее. Можно я это вставлю? Не, не надо. А где ты в пруду утонул? Кепку отпускал. Такого видео не бывает. Есть такое видео. О, смотри, эти ЧВСВшники. Кто, блядь? ЧВСВшники, блядь? Я не знаю, как их там. Ладно. Почему ты на своей вилке промодельной, на секундочку, неизвестного бренда изобразил паука? Как это относится к новой ЧВК, запрещенной в России? Так они спиздили все у нас. Получается, ты прародитель этого движения? Да я не прародитель, они спиздили просто. Нахло. Надо их засудить, пидорас. У нас это интервью с Владом Шишей, я так назову. Еще вопрос. Лёх, задай вопрос Владу. Сколько у тебя было девочек? Не знаю, сложно вообще. А когда последний раз в ровеснике был? Неделю назад. И что там было интересно? Вот самое запоминающее. Вот все, что самое интересное было в ровеснике? Самое смешное или... Ну что ты запомнил? Ты говоришь ровесник. Я не могу такие вещи рассказывать. Ну ты, а ты замени эти лица, скажи это абстрактно. Это невозможно. Пить-то слышали? Да. Кипить. Он рассказывает, как он работает. Все тонкости. Он говорит, что у него 150 девочек будет. Сука, Влад, нахуй. Короче, тусоваться плохо, ребята. Пить не надо. Курить тоже. Надо заниматься спортом. Почему в зал туда не ходишь? То, что у меня самокат 5 килограмм весит. Нет смысла. Да я так крепкий очень сильно. Леша хочет тебе задать пару вопросов лично. Он хочет у тебя советов. Самый лучший клуб в Москве. Это «Радуга». Вот смотри, Леша противник ровесницы. Объясни ему, что в этом клубе ничего плохого нет. В этом клубе все очень плохо. Я тебе честно говорю. Ебать! Мы вписку снимаем. Список с Владом Шишей снимаем. Вопрос быстрый, Владу. Я не придумал. Постоянно паузу. Постоянно паузу. Мотоцикл там написано. Мотоцикл. Ладно, реально, поставь на паузу, надо что-то сказать. Что? Надо кое-что сказать. Давай. Нет. Поставь на паузу. Ладно, Влад, ну, попрощаться стоит с подписчиками уже и сказать пока. Всё, конец влога. Ну, наверное, да. Ну что, пацаны, я вас люблю, ценю. Вот, это святой источник. Отмечайте хэштег святой источник, Шишу в святой источник. Ага. Ну, вот это спонсоры моей мечты. А вот это все. То есть из прота нахуй? Ну, не, ну, конечно, надо, как же без прота. На чем я буду так кататься? На святом источнике. На святой источник под... Такой вкусный, я уже бутылку только что взял. А ты кесик купил? Блядь! Ебать, чувак! Он лаки. Что? Так он низко уже. Не было, блядь. Давай. Я не облею прям вообще перед... Во-во-во. Заебать его на нас. Вип сделай, чувак, вип.
Да уже все. Вот блин. Бля, Влад, прости, нахуй. Ничего не будет.